Концертная программа «Память в наших сердцах», приуроченная ко дню вывода советских войск из Афганистана, традиционно проходит в Доме культуры «Дубки» уже на протяжении 10 лет. Программа всегда насыщенная. Будет участвовать у нас такая рок-группа «Роктевриата». Также приедет у нас Дмитрий Юрков, это солист. Будут участвовать у нас Дом культуры «Веденский», ансамбль «Огонек». Валерия Ковач, солистка. И также у нас Светлана Евгеньевна Лебедева. Это наша библиотекарь. Она тоже пишет стихи и играет на гитаре. И поднимает ума, зачем нам мир, в котором нет России? Трубят ветра сражений и побед. Зачем нам мир, в котором нет России? В рамках мероприятия наградили волонтеров, которые в Одинцовском округе собирают посылки для наших военнослужащих. В каждом подарке письмо бойцу. Их писали дети различных школ, кружков и секций. Вот, и каждому бойцу, прям они очень этого ждут. Мы буквально с ними недавно были на связи, и они действительно их читают. И у ребят у каждого прям слеза течет. 16 февраля подарки к предстоящему празднику Дню защитника Отечества повезли волонтеры нашего округа. Кроме них, военнослужащим передадут посылки от родных и близких. Завтра мы повезем в основном подарки нашим бойцам к 23 февраля. Это, как всегда, вкусняшки, так сказать, да, там печенье, конфеты, шоколадки. Ну и как принято, это носки. Как же без носков на 23 февраля? Ольга Дмитриева, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».